Хей, окей, с вами Мишеньки, мы продолжаем родить игру под названием Devil May Cry 5, и у нас миссия распятия, поехали. Распятие Вим. Угу. Сюжет. Клип от кровопийца, так, адское древо. На нижних его уровнях, так, поглощается им жизненная энергия, образуя единицы, нечистивый плод. Ясно. 15 июня, 13.13. А, теперь зови, да, будем все-таки играть. Не могу тебя больше тащить! Надо передохнуть, надо передохнуть. Черт, еще немного. Давай. Я должен идти. Иначе его окончательно убьют. Имеешь в виду демона? Ты хочешь его силу поглотить, что ли, а? Ви, ты давай мне без вот этого этой херни. Так, клип открывается, делать так, на нижних этажах уровня, поглощенные им жизненной энергии, образуют единый качественный, так, нечистивый плод. Данте, Неро и Ви, так, объединились, хотя каждый, ясно. А, ну да, теперь мы только за Ви, видите, можем играть. Поехали. Находясь рядом с Ви, вооруженные демоны быстрее восстанавливают здоровье, если они в опасности практически атакуют. Я не понимаю кнопку действия, вот если Е зажать, почему-то что не пашет, нихера. Уи, ты меня обманываешь. Когда ты читаешь книгу, ты не восстанавливаешь быстрее энергию. Черт. Еще немного. Продержись еще немного. А, все, поехали, короче. Я думаю, лучше значит их вызвать. Давай, давай, поехали. Я скейбордист, как вы видите. Или пантеровист. Ты в порядке, Ви? Может тебе передохнуть? Что-то ты медленно начал идти, Ви. Что за кристалл? Новых врагов у нас уже нету, только остались боссы. Мне эти каменные кусочки не нравятся. Может босс? Босс, 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 босс. Чё за херня? Прикидурили босс. Нифига себе, что это было? Там три частицы его улетело. Замечу, да, что его тело не разрушается. У него лицо было почти там полопленное. Где я? Я теряю силу. Надо как-то ее вернуть. Там, сзади врата. Это место исцеляет меня. А я смотрю, вот тут есть три портала. И это три босса. Да-да. Я силу хочу забрать. Заметьте, это три босса, ребят. То есть здесь у нас босс-рыцарь, а здесь летающая тварь, а там... А того я не знаю. Давайте сюда. Неужели мы реально будем с тремя боссами драться, чтобы забрать ихнюю силу? Ви, давай. Ну, Ви. И замечу, что в тех двух демонах сидели партнерши. Значит, вот где они. Я забираю свое. Освободить Грифона. Освободить тень. Освободить кошмара.
Оу. Блять. И мне только придется с помощью моей птички, да, убивать его? И все. И все. И все. И как мне его убивать? Как мне его убивать? О! Только так. Не, лучше поодиночной стрелять. Давай, 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 он ничего не сделает. Раз, два. Ну что, ты бьешь током и... Если что и надо, я увернусь. Что, не можешь много сил, да, держать? Так, один получен. Если мне выбирать между питомцами и големом, я лучше возьму... Один есть. Я возьму лучше этого, питомца. Так, все, рыцарь повержен. Так, сейчас летающая будет, а потом... Это вот этот демон, помните, большой? А кто нужней? Не-не, давайте лучше сюда. А потом демона пойдем. Которого-то, помните, в церкви был. Это он и есть. Слишком оптимально, слишком оптимально. У нас тут в основном только боссы будут. Да, как я и говорил. Так, здесь лучше тени освободить. А как я буду уворачивать? А хотя ладно, придумаем. Поехали. Ой-ой-ой. Пантера, давай, разноси ему лицо. Давай, давай, пантера, ну тут... Ты ж жопа ж какой сильный. Ну! Всё! Все. С этим я вообще разношу на... Вот так. Что там в лицо? Что это в лицо? Все осталось уничтожить третью печать, чтобы вернуть свои силы. Не, я потом отхилюсь. А, нет, давайте я отхилю. Ты ж не залез еще? Нет.
Поехали. Последний там тот гигант. Ну, если что, я вызову своего гиганта. У нас силы достаточно, я, наверное... Хотя на второй может фазе его заюзать. А да, это демон с артом на животе. Мне почему-то кажется, что... Ладно. Давай, 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 сейчас мы ему тоже разнесем лицо. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо! А где мой гигант? А. Бам, сейчас взрыв будет. Бам, взрыв. Бем, нахуй. Ни хрена себе. Так, все, я энергию, кажется, да, схватил или нет? Или хил схватил? Все, печать разбита. Мы сейчас с вами подберем... Давайте вот так сделаем. Только валить отсюда. Я этой сырости с ума схожу. Верно. Пора продолжить путь. А нет, сначала мы с тобой, подожди. Заберем ХП и частицу энергии. Тут больше ничего не спрятано. Странно, что здесь золотых сфер нету. Потому что мне кажется, мы сейчас выйдем, сразимся с той бабой, которая вот то хи-хи-хи-хи-хи смеялась. Не, походу нету. Ладно, поехали. Наконец-то выбрались. То было-то еще мерзость. Лучше продвинуться осторожно, особенно учитывая мое состояние. Ну, короче, нас, я понял, отняли все силы. Но мы молодцы. Мы все схватили. Может, сейчас как раз эту дадут нам. Ну, так, давай без вот этой фигни. Я знаю, что это из-за вот этого свечения. Это ж не часы, да? Как же медленно. Медленно. Да, это из-за свечения чертового. Ну еще плюс это из-за оптимизации игры именно для ПК-версия. Ну, перенос. С этого, короче, с консоли на ПК. Я читал на форумах, это все-таки ни одного у меня такие фрезы. Ого, сколько там бабла. Если ты будешь вот так
всю дорогу вот так у меня лагает, это будет долго. Тогда лучше как-то вот так играть. Не видя того, куда я бегу. Так, пантера, ты меня бесишь. Они в безопасности. Никогда так прожил за них. Ой, бля, да ладно вам. Серьезно, вот такие фрезы. Из-за того, что я смотрю вперед. Не буду тогда смотреть вперед. Ой. Не, это будет долго. Хорошо, что я с врагами быстро справился тогда. Так, слышь, пантера. Не беси меня, а. Я же сейчас понимаю, что мне потом обратно возвращаться. Тупые растения. Мышку верните. Хорошо, что мне хотя бы вниз не нужно бежать. Хотя бы так могу ускориться, и то радует. Благодаря пантере. Чем ниже, тем безопасней. Эй, вы куда? Кусочки. Безопаснее в том смысле, что... Отлично. Но там тоже есть проход стоять. Или нету, ладно. Но здесь он хотя бы быстрее бегать начинает, потому что мы ниже спускаемся. Чем ниже, тем лучше. Мое путешествие подходит к концу. Только мы его вообще не прокачали. Нам не дали прокачать перца. Если не фризы, мы сейчас еще сэкономили 5 минут. Если это доберется до плода, Симунак станет конец. Даже Мундус не смог подчинить себе мир людей. Ему-то это тем более под силу. А, ну вот еще плюс 2 врага сразу. Малфас, это нам точно не по зубам. Силенок не схватит. Знаю. Но нужно попробовать, так или иначе. Ну смотри, 2 босса. Первая это курица. С хуем. Неужто лазунчик забрался? Курица с хуем? Я иду. Неру. А, и конец серии получается, когда мы будем играть за Неру, да, это следующая миссия, походу.
то мы будем с ней сражаться. Ну, блин, да, 20 минут серия. Ну, нового нам, по идее, там ничего не добавили. И уже не добавят. Только если это не босс. Хотя нужно чекнуть именно по боссам. Может, там добавят этих. Три, знаете, сразу врага. Три сразу врага в этом... библиотеку. Библиотека. Враги. Да. А, смотрите, сразу три босса добавили. Иллюзия Голифа. Думаю, эта штука можно так описать как метафизический адский фантом. Здорово, правда? Надо будет запомнить. Похоже, что это у нас Галиф. Как по мне, так это пустая трата силы и времени. Если уж тратить такие ресурсы, то на что-то покруче. Логично ведь? Да, если бы подобные твари могли тебе что-то сделать, тебе бы... Так, тебя бы тут сейчас не было. Мираж Артемиды. Еще один, так, метафорический адский фантом. Черт, как же мне нравится эта фраза. Это основная на Артемиде. Так. Так, этот основан на Артемиде, но мне не по... Так, не повезло, эта версия не умеет устраивать так прекрасное световое шоу, как оригинал. Не знаешь, кто сделал эту штуку, но качество прекрасно. Я ему был... Так. Ему явно было невидимо. Мираж Анджела. Это у нас метафический адский фантом. Оу, да. Сама себе поражаюсь. Если у тебя подозрение, что эта штука так извлекана из памяти цели и проявляется атакую так иными словами. Это ожившие кошмары. Блин, я инженер, а не ведьма. Я ни черта не в смысле в магии. Однако, ясно одно. Ни один фантом не может быть сильнее оригинала. Не стоит бояться этих тварей, если, конечно, ты не при смерти. Ну, смотрите, все-таки да. У нас сразу три босса добавили. Поэтому у нас всего четыре босса. Первая это курица, скорее всего, будет. А вторая вот та ведьма с тремя башками. И две версии Оризена. Хотя, кто его знает. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Следующая серия у нас Распутье Неро. И всем пока.